Привет. Первое сентября сегодня. Все в школу пошли, а мы на пляже. Но мы заслужили этот пляж, потому что только что сейчас по просьбе наших товарищей мы искали их квартиру. Есть такое место, жилищный район в Варне, называется Траката. На выезде из Варны в сторону Золотых Песков. Это местность, где частные дома, коттеджи, виллы на горе. Маленькие узкие улочки и множество разнообразных построек. Стройка идет и... В прошлый приезд мы с женой трижды или четырежды пытались найти место, где у наших вот товарищей квартира куплена, такой жилищный комплекс «Святая Анна» называется. И мы ездили, искали и так и не нашли. И вот сегодня поехали, решили, что мы найдем сегодня. Спрашивали у пятерых или шестерых или семерых встречных поперечных болгар, и никто толком сказать не может. Изъездили там на горе все, больше часа шастали по этим улочкам и никак не могли найти, и уже вроде казалось бы, ну все. И вдруг я вспоминаю, что я человек верующий, что во мне живет Святой Дух, и я могу и обязан к Нему обратиться. Думаю, Боже мой, да что ж такое, прости, что я тебя опять забыл. И говорю, дорогой Святой Дух, помоги нам сейчас найти этот дом. Неудобно даже просить, но все-таки этот жилищный комплекс, чтобы мы попали на него. Ровно через пару минут мы оказались прямо у этого дома, прямо у этого комплекса. И люди, которые нам были нужны, оказались у дверей, они вместе с нами входили. Они открыли нам дверь, она была закрыта на ключ. И благодаря тому, что я попросил, так скромно, робко помолился и попросил, тут же немедленно получил ответ. Да что же это такое? Да как же это понимать? Да когда же у нас в голове проснутся мозги и вера окрепнет, и мы будем каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду помнить, что в нас живет Иисус Христос, и Он готов Духом Своим немедленно откликнуться на наши просьбы. Невероятно, просто потрясающе. Накануне, за два дня до этого, точно такая же история. Что я искал? Магазин. Я шел с пляжа и помню, что где-то здесь есть мясной магазин, мне нужно было зайти купить мясо. Бьюсь, не могу, кружу по этим улочкам, точно такая же история. И говорю, Боже, выведи меня на этот магазин, я больше сам не могу. Ровно через минуту, там, где я никак не ожидал, я оказался в этом магазине. И так каждый раз, стоит только просить, а не имеете, потому что не просите. А если просите, то не на добро, написано. Что ж мы так ведем себя по-детски? Верующему возможно все только по одной единственной причине. У него внутри живет тот, который больше всех в мире, и он готов нам помогать, немедленно откликаться. Я желаю вам удачи. Будем с Богом и будем пользоваться теми возможностями, которые он нам предоставляет здесь, на этой земле, прямо сейчас, немедленно. Пусть Бог вас обильно благословит. До свидания.